свыше 400 миллионов рублей было направлено в Камышин в рамках программы модернизации здравоохранения. В результате камышане и жители еще нескольких близлежащих районов получили возможность проходить диагностику и лечение заболеваний на самом современном уровне. Светлана Алекбарова с подробностями. Лилия Васильевна уже идет на поправку, а не так давно серьезно беспокоило сердце. Но после лечения в обновленном кардиологическом отделении стало намного лучше, признается пациентка. Заболела немножко, сердце плохо стало. Сюда привезли, конечно, помогли. То, что я почувствовала, помощь реальная. Повышение качества медицинской помощи в Камышине заметили все пациенты кардиологического отделения. Благодаря бюджетным вливаниям здесь проведен ремонт и установлены системы круглосуточного слежения за состоянием больных, новые аппараты искусственной вентиляции легких. Также решена проблема дорогостоящих лекарств. Пациенту доступны кардиопрепараты, стоимость разовой инъекции которых может достигать 60 тысяч рублей. Появилось в отделении также современное лабораторное и диагностическое оборудование. Очень радует нас лабораторное оборудование, которое поступило в нашу больницу. То есть это анализы острофазовых показателей в ранний период острого инфаркта миокарда. Те анализы, которые позволяют более точно ставить нам диагноз. Качество медпомощи изменилось и в онкологическом диспансере, который обслуживает не только город Камышин и весь Камышинский район, но и соседние территории – Ольховский, Руднянский, Жирновский районы. Буквально месяц назад здесь запущен цифровой томограф, приобретенный в рамках программы модернизации. У медиков теперь есть возможность совершенно точно диагностировать заболевания на самых ранних стадиях. Он приблизил и повысил степень, уровень диагностики для жителей Камышина, Камышинского района и окружающих районов. И, скажем, если, чтобы пройти это исследование, человеку надо было ехать в Волгоград, то теперь это все есть возможности ранней диагностики здесь, на месте. Всего в рамках программы модернизации камышинские медучреждения получили порядка 410 миллионов рублей. Эти средства были направлены на ремонт, закупку оборудования, подготовку кадров. Аналогичная работа идет и в других районах области. Цель – улучшить показатели здоровья населения. Благодаря программе модернизации мы уже значительно добились снижения смертности населения от всех заболеваний, за исключением внешних причин. Если раньше регион занимал по смертности в 2011 году 57 место, то по итогам 2012 года мы занимаем 33 место. Это действительно значительный рывок. Программа модернизации продолжается, а это значит, что волгоградские медучреждения смогут получить новые поставки необходимого оборудования. Светлана Алекбарова, Людмила Кухарева, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».